привет меня зовут Максим и я хочу быть человеком, поэтому в моей голове идет работа над горкой вопросов, что ищет решение. Хочу поделиться есть у меня такая черта, которая требует найти самый центр происходящего вокруг. Причина почему сильный и способный игнорирует еще не ставшего сильным. цепь событий, что отнимает у людей желание помогать, особенно когда они могут это делать с легкостью. Даже не получается вспомнить, когда у меня появилась данная черта, раскладывать по местам все, что вижу. Но, как есть, вереница мыслей приводит меня к старой мечте, которую успел попробовать стереть и не раз. А она все продолжает восставать из пепла, словно легендарная птица из сказок. Мечта о месте, в котором помощь является нормой. Там, где нет стыда, быть слабым, но стыдно ничего не делать, чтобы это исправить. Мечта на светлое будущее, которое станет доступным всем, кому оно будет необходимо. Будущее, которому хочу помочь сформироваться как можно скорее. Только задаваясь вопросом, как я могу помочь всем, страшно теряюсь. Ведь точно знаю, что в рамках ограниченных сил быть полезным каждому не получится. Поиск ответа вызывает неподдельную тревогу, и слишком часто волнение выходит за рамки обычного. Возможным решением для меня выступает сфокусировать силы для помощи единственному человеку до тех пор, пока он не почувствует уверенность в обеих ногах но оставляю на суд времени эту мысль. А сам буду продолжать стараться изо всех сил и надеюсь, что получится успеть всюду.